Более 50 миллионов рублей выделили Магадану по программе «Столица» и по национальному проекту «Жилье и городская среда». По словам главы областного центра, эти средства пойдут на ремонт сквера 60-летия Магадана. Путем голосования среди населения было отмечено, что магаданцы хотят видеть его и школьным сквером имени Веры Гоголевой. Подрядчик начал работать очень активно. Практически демонтажные работы закончены, завезены на производственную базу основные материалы. Срок сдачи объекта до 1 ноября, но вот как сейчас доложили, хотят сдать все-таки до конца августа. В таком случае магаданцы смогут воспользоваться сквером и в летнее время. Здесь есть место для музыкальных выступлений, отметил глава областного центра. Этот сквер будет использоваться для открытых выступлений музыкального и драматического театра.